Крупный план. Студия Анна Лапшина. Здравствуйте. Это программа Крупный План. И наш гость сегодня Дмитрий Мальцев, директор компании Листрейд. Это предприятие в Котельническом районе нашей области уже несколько лет успешно работает, отчисляет налоги, дает рабочие места. Мы встречаемся в преддверии профессионального праздника Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. В этом году он отмечается 20 сентября. Здравствуйте, Дмитрий. Анна, здравствуйте. Давайте коротко познакомим наших слушателей, тех, кто пока не знаком с вами и вашей компанией, с деятельностью компании «Элистрейт». Как возникла идея создания предприятия, как давно вы на рынке и что производите? Ну, отвечая на вопрос истории создания производства, хотелось начать с того, что с 2012 года я задумался о переработке древесины, именно лиственных пород, и начинал переработку березы на лесопильном оборудовании. Распиливал бревно на доски, сушил, строгал, и общаясь с представителями европейских государств, я понимал, для того, чтобы выйти на экспорт, нужен объем и соответствующее качество. Пришлось сесть за написание бизнес-плана. То есть днем работал на производстве, а вечером. А ночами писали бизнес-план. Да. да. И в 2016 году, когда уже тема уходила на нет в поисках инвестора, произошла наша случайная встреча с гражданином. Китайской Народной Республики Лю Цинзе, который искал промплощадку для реализации своего проекта а именно производства палочек для мороженого. Вы встретились с инвестором. Это инвестор ваш, да, я так понимаю, да, да, да. здесь, в Кировской области, да, совершенно верно. Встретились в Кировской области и познакомились с ним. Он мне рассказал свою идею, что он хочет. Я ему подсказал пару вариантов, и через какое-то время он меня уже пригласил в качестве помощника в реализации его проекта. И уже в качестве руководителя я стал работать в компании «Листрейд». Угу. И вот в 2017 году мы зарегистрировались уже на территории Котельнического района а, и запустили производство палочек для мороженого. И основные наши покупатели стали это Россия, Китай, Литва, Армения... Индия. Вот, кстати, по поводу Индии. Хотелось бы пример привести, как мы этого поставщика, точнее, нашего покупателя. Как, как вы его как мы нашли? С ним Индию на, на другом конце света просто. Вот, да, очень было интересно. У нас работает интернет-сайт. То есть э, любой иностранец может найти нашу компанию. Мы всячески стараемся продвигать его. И в, одни, в один из дней, где-то в 2019 году э, раздались звонки. Uh -huh. к нам в офис. И очень непонятный, быстрый английский, то есть собеседник был на, владеет английским языком, но оказался это ин, индус. И мы с ним очень долго общались, он звонил раз пять, наверное, мы друг друга, конечно же, не поняли. А через пару дней мне позвонила девушка из аэропорта из Москвы и говорит, что э, к вам едет э, ин, и, из Индии, купил билет человек, и летит к вам в Киров. То есть из Москвы летит в Киров. Так. Но я сразу понял, что, скорее всего, это тот человек, с которым у меня не удалось провести телефонные переговоры. И сразу я поехал встречать его. Слушайте, вот. какой человек интересный, да? Вот смотрите. Да, то есть он по не телефону мог найти... поговорил раз и сразу же поехал. Да, то есть контакт по телефону не удался, и он решил, что, ну, поеду, значит, найду эту компанию. Мы с ним встретились в аэропорту. На следующий день я ему показал образцы нашей mm -hmm. продукции и буквально через пару дней мы подписали контракт и отгрузили, то есть было отгружено у нас порядка 250 тонн палочек через Санкт-Петербург морским путем мы спокойно ему всю партию отправили. На этом примере хотел отметить, что выпускаемая нами продукция она востребована, а наше качество превышает ожидания покупателей. А именно палочки для мороженого вы производите, и на этом направлении решили сосредоточиться. Это была, ну, как бы такая установка инвестора, да? Да, изначально, да. Но мир меняется. И в декабре 2019 года уже э, мы запустили новую линию по производству заготовок одноразовых столовых принадлежностей. То есть это вилки, нож, ложки. Из дерева? Из дерева, на замещение пластика. Это какая-то ваша такая, ну, как бы внутренняя позиция вас и инвестора, да, что пластик не самый такой, как бы, здоровый материал в плане отходов, там, mm -hmm. да, мы все понимаем сейчас вот это, вот забота об экологии, это очень, ну, как бы, такой современный тренд, да? То есть она востребовано, я так понимаю, да? Дан, вы... Данная продукция востребована, потому что уже в странах ЕС э, от пластика отходят и в 2021 году уже приняты законы о полностью исключить пластик, то есть все эти одноразовые как раз посуды. одноразовые посуды, контейнеры для еды, ватные палочки, как бы это все отменяется. пакеты уже отменили, но некоторые страны не стали дожидаться, когда закон вступит в силу и уже размещают свои заказы и уже uh -huh. готовы заместить. но в данном случае вот что касается нас, это ложки, вилки и ножи. То есть забота об экологии была ну, одним из определяющих факторов да, в выборе э, вот той продукции, которую ваше предприятие производит? Да, наша продукция, она не имеет никаких химических добавок, это экологически чистый продукт. И она не причиняет э, вреда ни человеку, ни окружающему миру. И вот хотелось привести пример в цифрах, это по поводу соотношения как разлагаться в природе пластикового одноразового посуда и деревянного. То есть Пластик разлагается примерно 500 лет, а вилка, ложка из дерева изготовлена примерно около 80 дней. Ну то есть меньше трех месяцев получается, да? Да, то есть совершенно никакого вреда быть не может причинено. Ну и потом мы же все понимаем, что деревянную какую-то продукцию можно там и утилизировать и сжечь и все что угодно. Да, да, то есть способы не утилизации. Не обязательно закапывать. Да, много их. То есть фактически это такое производство, которое ну вреда природе не наносят совершенно, то есть это вот э, все все натуральное, вот что да, растет в лесу. Только польза. Только да. польза. Ваша м, сейчас деятельность, да, это производство заготовок, как вы сказали, э, пластиковых угу. ножей, э, ложечек, э, вилок. А какие планы на будущее? То есть вы собираетесь конечный продукт производить? Есть ли такие планы? В планах компании у нас есть э, расширить производство, то есть увеличить количество рабочих мест, создать новые рабочие места и уже производить товар до конечного покупателя, то есть это хладокомбинаты, в том числе, в первую очередь, это на территории России, приобрести оборудование для формования столовых одноразовых принадлежностей. То есть раз... то, который уже будет готовый продукт. Уже делать. готовый угу. продукт, не заготовка, да. И разработать упаковку там по запросу клиента. И, соответственно, эти планы, да, еще раз подчеркну, что создадут новые рабочие места, увеличат налоговые отчисления и, соответственно, рост прибыли нашей компании. Еще, Дмитрий, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, на каком сырье вы работаете? То есть вот вы сказали, что с инвестором вы встретились здесь, в Кировской области. Правильно ли я понимаю, что инвестор здесь оказался именно потому, что здесь есть сырье? Да, совершенно верно. Он оказался здесь, потому что ранее он в Китай отгружал именно из Кировской области сырье. Лес. Лес, да. И в отгрузочных документах он увидел, что это все-таки Кировская область, ему поставляют сырье. Он решил, что надо туда обязательно слетать. Родился он рядом с границей с Россией, то есть угу. внутренняя Монголия. И отношение к России у него такое свое как-то по душе. Угу. В общем, он всегда мечтал работать в России. И ваше сырье это... Да, наше сырье это береза. То есть из березы делается да, береза делается. Береза непосредственно угу. это мы используем в производстве второй-третий сорт. То есть первый сорт, камлевой, который идет на экспорт, мы за ним не гоняемся, мы берем простое сырье. Но поставщики ваши, они тоже здесь в Кирове? То есть это кировские компании? Или вы с разными поставщиками работаете? Ну, если в процентном соотношении говорить, это, наверное, сейчас уже 50 на 50. Это Кострома и Кировская область. Изначально, угу. конечно, Кострома было больше, но сейчас мы выровняли этот показатель. А вот эти поставщики, они насколько надежные, насколько проверенные? Что это за предприятия? Это крупные какие-то предприятия? Наши поставщики, большинство из которых уже имеют сертификаты стандарта FSC. То есть это свидетельствует в первую очередь о том, что древесина заготовлена а, с соблюдением лесного законодательства. Российской Федерации и отвечает требованиям стандарта Международного лесного попечительного совета. Соответственно, каждый год наши поставщики проходят контрольные аудиты. Про проверки такие. Проверки, да, да угу. которые независимые, где выявляются несоответствия. И в случае, если эти несоответствия очень а, нарушают угу. именно... Если значительные они. Значительные, да, то могут просто лишить сертификата. Да, и, соответственно, предприятие уже выпадет из списка ваших поставщиков, если оно настолько недобросовестно. Да, и мы уже с этой компанией сотрудничать не будем, пока они не устранят все несоответствия и не восстановят действия своего сертификата. А что происходит, Дмитрий, с отходами производства? То есть ну, мы же понимаем, там лес, да, заготовки угу. все равно остается что-то. По отходам производства мы недавно приобрели оборудование и уже со склада начинаем все наши отходы перерабатывать в топливную щепу. И уже образцы вот на этой неделе мы должны показать в котельные, и, скорее всего, отопительный сезон начнется с нашей щепы, имеется в виду по котельническому району. Это какое-то отдельное направление бизнеса для предприятия, или это просто вот ну чтобы условно не лежало там да не захоранивать где-то, а чтобы была возможность утилизировать так полезно, да? Это в первую очередь, конечно, утилизация отходов производства. То есть именно забота о том, чтобы это все не разлагалось, а куда-то тоже в дело шло. Да, чтобы был порядок на производстве, и чтобы у нас не складировались отдельные кучи от от этих отходов. Угу. Вы говорите, чтобы был порядок на производстве. Давайте мы тогда к производству все-таки перейдем. А, кто работает на вашем предприятии? То есть это жители Кировской области, Котельнического района, как я понимаю, да? Да, на сегодняшний день у нас на предприятии работают около 200 человек, и у нас коллектив, он многонациональный. То есть организация «Элистрейт» старается подбирать людей, которые любят свою работу, переживают за свое дело, с которым они связаны. Процентов 70 – это местное население. То, то есть, есть жители районов. И, район. да. угу. и стараюсь создавать надежные и доверительные отношения между сотрудниками и руководством компании. На 2020 год у нас был отличный план. Мы хотели провести конкурс внутри сотрудников и внутри предприятия. И часть сотрудников, порядка 10 человек, мы планировали отправить в Китай. Угу. То есть познакомиться с культурой Китая, побывать на изначальном производстве, которое было запущено еще 20 лет назад. Посмотреть, У как... инвестора как У раз. Инвестора, да? Да? Угу. да, да, да. То есть посмотреть его город, посмотреть культуру, посмотреть красоты Китая. А какой город? А хотели отправить мы в Далянь. Да. А Какова средняя зарплата на вашем предприятии, просто чтобы понимать... Э э С -с 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 -с! Да. Средняя получается, ну, 24 тысячи получается. 24 тысячи. Да. Ну, график работы у нас смены, и 2 на 2 мы работаем. А, ну это Поэтому, удобно, как... между прочим, да. для жителей Удобность района. <SAA> Многим нравится. Даже у многих там и приусадебные участки, и еще что-то, да... Находится наверняка? время для личной... И для семьи, и для работы есть время. Ну, будем надеяться, что пандемия закончится, и планы ваши э, по отправке работников там, да, с экскурсионными ну, да, вот, и познавательными ну, целями надеемся в Китай на год осуществятся. Что... Еще смотрите, такая очень важная история для э, бизнеса, когда мы говорим о наших местных предприятиях, особенно предприятиях, которые работают в районах нашей области, да, это не только зарплата, и не только рабочие места, но это и отчисления, которые вы делаете в местный бюджет. Ну, по результатам работы за 2019 год у нас. В бюджеты всех уровней было заплачено 15 миллионов 500 тысяч рублей. И каждый год компания идет по нарастающему итогу. И на 2020 год мы планируем создать дополнительные рабочие места, увеличить налоговые отчисления примерно в два раза. Ну, такой, боюсь делать конкретный прогноз ситуации. Ну, мы все понимаем, да, да, что сейчас. Сейчас не совсем стабильная. Но за счет нового, нового вида продукции мы надеемся все-таки реализовать эти планы и увеличить все-таки. В два раза? Да. Получается, что в два раза? Есть ли у вашего предприятия какая-то, ну не знаю, там цель или миссия? Ну, помимо того, что мы говорили, про пластик, да, который угу. очень долго разлагается, а вы видите, вот с деревом работаете то есть это уже забота о природе. А, ну, вот такая социальная ответственность бизнеса то есть, возможно, вы какие-то социальные акции проводите для жителей района еще что-то. Задумываетесь об этом? Да, в этом году вот мы принимали участие активно а, в акции «Скоро в школу». Угу. Инициатором выступил Центр социального обслуживания населения в Катеринском районе. И компания «Листрейт» оказала помощь в подготовке детей к школе. Семьям нуждающихся, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И порядка 20 детей ну, помогли отправить в школу. То есть это покупка именно школьных принадлежностей, да? Да, да, да. -да. Это хорошая такая история, которая, ну вот мне кажется, что предприятие показывает ну, с правильной такой стороны, то есть вы не только работников своих, да, опекаете, не только о них заботитесь, но заботитесь и о тех жителях района в котором находится ваше предприятие, которые к вашему там предприятию может быть отношения не имеют, угу. да, но тем не менее живут здесь, вот и спасибо вам за это большое. Еще несколько минут у нас остается до конца нашего эфира, и я бы хотела еще Дмитрий, вас спросить, а вы с вашим инвестором думали ли о том, что как-то продвигать Кировскую область в данном международном рынке, ну то есть может быть как-то вот брендировать вашу продукцию, еще что-то с этим делать? Как раз это Планы на будущее: мы хотим увеличить свои производственные мощности, uh -huh. то есть построить дополнительные цеха, установить э, новое оборудование и уже делать упаковку. И на упаковке будут наименования там Мадаин Киров, Мадаин Котельнич. Цель так, такую цель мы преследуем. Но это порядка дополнительно, что касается упаковки, ну 80 рабочих мест. А еще новые рабочие да, места. То есть это получается. дополнительно плюс 80 рабочих мест. Ну и плюсом Кировская область будет, конечно же, брендирована да на международном рынке, потому что вы работаете с Индией, вы работаете с Арменией и с другими странами. Да. Да? Вот сейчас у нас план-то, конечно, это вектор взят на Европу. Угу. Все-таки она и логистически нам повыгоднее. Поближе. По, поинтереснее, да. То есть переговоры сейчас из Германии ведутся. Вот ждем их представителей. Я думаю, что границу скоро... Но мы все, Справимся, да, мы с, все с, надеемся этой... на это, с, что с... границы скоро откроют. Да, и к нам приедут уже в гости немцы. Ну, понятно, все с Европой, конечно, да, то, что мы с вами уже обсуждали, это по поводу вот установки, да, с, во многих странах Евросоюза установка там, да, набережной да, отношения да. к природе, к экологии, на использование именно ну, из натурального сырья, произведенного, угу. произведенных одноразовых там приборов, да, столовых и всего остального. Так что это такой правильный вектор. Ну, угу. и будет здорово, если из Германии к нам поедут не только туристы-охотники, которые любят ездить в Кировскую область, да, но и те, кому такая вот забота об экологии близка по духу и кому хотелось бы поддержать в том числе там да вот этот вот тренд эту модную там современную тенденцию у нас остается совсем немного времени Дмитрий мы говорили с вами о том в самом начале что мы встречаемся накануне профессионального праздника дня работника леса и лесоперерабатывающей промышленности и у нас сейчас есть такая возможность наверное поздравить там, ваших коллег по отрасли ваших сотрудников с этим профессиональным праздником ну и пожелать наверное достижения чего-то, да, и, может быть, еще чего-то. Да, хотел пожелать всем слушателям, в первую очередь, крепкого здоровья, всех работников лесного хозяйства, поздравить с профессиональным праздником, uh -huh. пожелать бережно относиться к нашей природе, к нашему богатству, заботиться о родном крае. И нет границ у бизнеса на самом деле. Вот пример с Индией показывает, что расстояние не имеет никакого значения, надо просто двигаться вперед. Если два человека хотят друг друга найти, даже э, быстрый английский не помеха и расстояние в тысячи километров тоже. Совершенно верно, преград никаких нет. Думайте, пожалуйста, о нашей природе, заботьтесь об экологии, э, думайте о том, что пластик это не самая, может быть, хорошая история, да, и что все-таки натуральные материалы такая. Ну, как бы современная фишка. А, спасибо большое Дмитрию Мальцеву, директор компании Листрейд. Котельнический район, был в нашей студии в программе Крупный План. Дмит... Дмитрий, до свидания. До свидания. Да, и надеюсь, что до новых встреч. Вы с осуществившимися вашими планами еще в нашей студии побываете и расскажете. Спасибо. Спасибо. Крупный план.